Я помню ее только такой. Всегда такой. Хотя с тех пор прошло уже столько лет. В то время я часто видел ее на улицах города, но так и не узнал ее настоящего имени. Поэтому я назвал ее просто «Моя девушка». Она не замечала меня и не подозревала, что я шел за ней. Шел к ней, быть может, всю свою жизнь. И то, что она не обращала на меня никакого внимания, не мешало мне постоянно думать о ней. Дай-ка назад. Федя! Ну? Ну? Старая. Я стал чаще ходить в библиотеку, потому что здесь бывала она. Я очень хотел заговорить с ней, услышать ее голос, но не решался сделать это. И только потом я понял, что боялся лишиться той надежды, которую приносила мне каждая наша встреча. Я торопился запечатлеть ее в своем альбоме, чтобы она всегда была со мной. Я шел за ней, боясь потерять ее из виду. Если бы она услышала мои мысли, она бы, наверное, остановилась или хотя бы взглянула на меня. Но этого не случилось. И я продолжал ждать. В то время я не мог объяснить себе, почему желание ждать ее, видеть ее, стало для меня смыслом всей моей жизни.
Я ждал много лет. В этот день в шумной толпе мне несколько раз казалось, что я снова вижу ее. Я понимал, что она уже не могла быть такой, ведь эти годы изменили не только меня. И все-таки я ждал чуда. Там. Ты зачем сюда пришел? Тебе что надо? Просто так. Музей сегодня не работает, выходной. Сюда девушки не приходили? Какие девушки? В музее нет никого. Ты парень из милиции, наверное. Мне... Я только ходила те двери на засов запереть. Я пойду, извините. Поздравляю с праздником. Спасибо, папа, и вас тоже. Беги на свой праздник. А вы, воины Батыра Манаса, свое отпраздновали. Пускай теперь празднуют ваши правнуки и внуки ваших правнуков. Пусть празднуют. Пусть себе веселятся. Здравствует славное колхозное крестьянство, активный строитель коммунизма. Ура! Ура! Народная интеллигенция!
активный строитель коммунизма. Ура! А в горах еще лежит снег? Снега нет. Но земля еще мерзлая. Ничего, скоро будет тепло. А ты что, все время в городе? Да, в городе. Мог бы и приехать. Горы забывать нельзя. А то тут совсем одичаешь. Вы правы. Хотя тебе, мой милый, наша жизнь не понравится. Здесь не надо топить печь и за водой ходить. Даже на двор не ходите, все дома. Райская жизнь. Никаких забот нет. Эх, апа. Напрасно так считаете, и тут забот хватает. Какие могут быть заботы у таких молодых? Трудно бывает и молодым. Что с тобой? Ты, может, нездоров? Что вы? Я вполне здоров, особенно когда много работаю. Смотри, не надорвись. Что ты, сынок? Я же говорю с тобой.
Ну, теперь все. Ой-ой-ой, спина. Не могу я к этим вашим стульям привыкнуть. Спасибо, пойду я. Наверное, ты замучился целый день на ногах. У меня здесь дети, они могут подумать, не заблудилась ли где наша бабушка, не случилось ли с ней чего. Подождите, куда? Посмотрите. Ну, ты и правда молодец. Даже не думала, что ты меня так красиво нарисуешь. До свидания. Спасибо, сынок. Это вам спасибо. А ты все-таки приезжай к нам в горы. Кумыса попьешь, отдохнешь, поправишься. Спасибо. Вы знаете, я только ради вас прихожу сюда. Знаю. Знаю, что вы всегда ходите за мной. Ждете меня. Я вас запомнила. Я все время думаю о вас. Если бы вы знали, как мне хорошо, когда я о вас думаю. Я думал о вас на дне морском. В черной пучине, где нет ни дня, ни ночи. Там прошла моя юность. Прошли долгие зимы и весны. Сейчас мне кажется, что уже тогда на подводной лодке вы были рядом. Я придумал вас, чтобы мне было легче служить. И уже тогда, наверное, полюбил вас. Рука моя еще не может перенести на бумагу то, что я вижу и чувствую. Все равно я буду рисовать вас всю жизнь. Почему вы никогда не подойдете ко мне? Не заговорите со мной? Если бы вы знали, как это трудно. Я знаю, вы никому не позволите приставать к вам. Почему вы так решили? Ведь вы меня совсем не знаете. Я вам очень верю. Я верю вашим глазам, вашей улыбке. Потому что вы самое доброе и самое красивое. Thank you.
знаю. Анарочка, я уже здесь. Сейчас папа пришел. Алло. Здравствуй, Кирилл. Спасибо тебе тоже. Не могу. Сабира на работе. Да нет, она вернется очень поздно. А ты включи телевизор, там ее и увидишь. Нет, не сможем. Так, не в настроении. Ты уж прости. Будь здоров. На, надуй. Сегодня все девочки играли во дворе с шариками, а у меня не было. А этот Эльмирка дала, потому что из него воздух вышел. А ты целый день одна была дома? Да. Ты голодна? Нет. Эльмирина мама напоила меня чаем. У них все были дома. Тебя же мама хотела взять с собой на площадь. Мама опаздывала и сказала, что ты за мной придешь. Я так хотела посмотреть парад. А я работала, Нара. Не смог за тобой прийти. Я знаю, ты рисовал 1 мая. Хватит, а то лопнет. Ну вот, теперь у тебя праздник. С праздником вас. Мамочка и вас моя. Тоже. Вы что, только пришли? Я только что вернулся, а она, бедняжка, весь день просидела дома. Ну, ты обещал. Мы еще утром с тобой условились. Бедный ребенок. Я же не могла взять ее с собой на работу. Можно подумать, я не работал. Я был в мастерской, не гулял. Какая одержимость? Одержимость – хорошее качество. В нашей профессии без одержимости не проживешь. Ну и живи со своей одержимостью, мы тебе не нужны. Не плачь, дочка. Завтра едем в гости, у Айнагуль свадьба. Ты поедешь с нами. На. А может, нам все-таки попраздновать вместе? Папа, мы едем на свадьбу. О какой свадьбе она говорит? Звонили из Аила. Нас ждут. Айнагуль выходит замуж. Подумать только. Надо поехать. Старики могут обидеться. Ну что ж, не возражаю. Итак, дорогие, поздравляю. Мне хочется выпить за счастье, чтобы оно было у всех. Кстати, сколько лет Айнагуль? 19. Неужели? Трудно поверить. Мама, а когда ты замуж вышла, тебе сколько было лет? 22. А когда я замуж выйду? Успеешь, в этом мало радости. Иди. А ты напрасно так многозначительно это сказала. Думаешь, она не понимает? Не забывай, что она еще ребенок. Дети видят гораздо больше, чем мы предполагаем. Ты хочешь сказать, что я плохой отец? Так, что ли? Ты, пожалуй, неплохой отец. Это так. Но ведь... Договаривай. А какой в этом смысл? Еще один разговор. Опять выяснение отношений. И все равно в результате у нас ничего не изменится. Ты же сам все понимаешь. Чепуха. Чего тебе не хватает? У тебя все есть. Замечательный ребенок, квартира, машина. И муж, пожалуй, тоже не хуже других. Что же делать? Каждый день не бывает праздником. Мой праздник давно заблудился. Это все сантименты. Для роли Ромео я уже не гожусь. С этим тебе придется примириться. Я с этим давно примирилась.
Впрочем, ты со мной никогда не был, Ромео. Папа, папочка, мы когда поедем на свадьбу? Спроси у мамы. Мам. Так мы едем? Да. Тогда возьмем Инару. Мамочка, ну, пожалуйста, ну, возьмите меня. Мы так давно никуда не ходили, даже сегодня. Я очень хочу посмотреть на свадьбу. Вы всегда ругаетесь, а я не хочу, чтобы вы ругались. Здесь так красиво. Папа, тебе нравится, а? Да, нравится. А тебе, мама? Нравится. Тогда мы приедем сюда. Папа, здесь есть речка? Есть. Вон, видишь, там внизу. Ура, мы будем купаться. Мама, ты научишь меня плавать? Нет, ты сюда, наверное, приедешь только с папой. Я ведь скоро в Москву еду. Ты что, забыла? Тогда мы подождем, пока ты обратно вернешься. Мама, а ты про мяч помнишь? Помню, помню. Отдохни. Белый с голубым, как узины. Почему она замолчала? Устала, наверное. Ты хоть дорогу-то помнишь? Ну, конечно. А как годы бегут, странно. Ты что, сожалеешь? Да нет, пожалуй. Мне кажется странным. Майна Гуль выходит замуж. Вроде это было только вчера, она уже совсем взрослая. А ты ее всегда таскала за собой. Даже на танцы. Ты ее всегда брала с собой. Не забыла? Спасибо. Меня радует, что ты не забыл. Ты была свежее утренней росинки. Айна Гуль не напрасно всегда за тобой следила. Охраняла, точнее. Я боялась тебя. Я был так страшен? Вот уж не думал. Ну да, конечно, страшен. Ты был моей судьбой. Но ты не знал этого. Ты меня не замечал, а я тебя очень ждала. Теперь вижу, что не стоило ждать. Награду за терпение получила, подарочек. И теперь я жду тебя, жду напрасно, как и тогда. Может быть, я на тебе не женился? Ты, конечно, женился. Вроде бы все в порядке. Но разве я знала, как иногда бывает больно, когда тебя не замечают? Тебе нечего сказать. Молчать легче. Так проще, удобно. Почему ты молчишь? Это все весна. Когда цветут яблони, у женщин появляется склонность к лирике. И ты не исключение, дорогая. Не усложняй, Сабира, жизнь нам обоим. Ой,
народ пошел. Какую свадьбу придумали. Мой, живи счастливо. Спасибо. Поздравляю, доченька. Спасибо, папа. Спасибо. Будь счастлива. Ой, Бакар, Бакар, слушай, ты не думай, Муса не простой человек. Он чабан один из лучших у нас в районе. От 100 маток какой получил приплод? Вот, в этом году 140 ягнят, а в будущем 160 собирается дать. Мы его к герою представим, понял? Свадьба называется. Прыгают, прыгают, и все без толку. Показывает. Она так радостно улыбается, так улыбается. Сразу видно, счастливая она. А у нее работа такая, Айша. Всегда надо улыбаться. Да разве может несчастный человек улыбаться? Я вижу, счастливая она у тебя. Тебе не совестно, Тимир. Старых друзей забываешь. Садись. И как зазнался, стал больно знаменитым. Какой я знаменитый? А как же? Такие статьи пишешь, сколько раз тебя по телевизору видели. Наверное, это все твоя жена тебе устраивает. А ты, говорят, тоже зря времени не теряешь. Это как пить дать. Вот смотри. Арку воили разрисовать, кого просили? Меня, сама-то. Писать плакаты, лозунги, афиши. Кого просят? Тебя. Правильно. Без меня тут не обойтись. Меня в районе все знают. Кто, думаешь, надгробье расписывает на кладбище? Кто? Тоже я. Я и на том свете, и на этом свете нужный человек. Все любят меня. А тебя? Тебя кто знает? Никто. А как же? Ты молодец, Самат. Давай. А как же? Не помещается, я перебрал. Вот ты слушай, допустим, твои картины на выставках, кто их видит там? Да. Ладно, ладно. А зато мои плакаты все видят. Да. Значит, я работаю для народа, а ты в свое удовольствие. Кто кого обошел? Да. Кто народный? Конечно, Самат. О, Сабира, она все знает. Садись. Я сейчас. Я немного устала. А здорово у тебя получается. Славно ты умеешь скакать. И так, прямо как козочка. Как живешь, Айша? Детей у тебя сколько? Ничего, дорогая, все у меня на 5. И ребят у меня 5. Значит, ты счастлива? Да, не могу пожаловаться. Сама знаешь, живем мы неплохо, правда, далеко до тебя. Когда я телевизор включаю, вижу, как ты улыбаешься, думаю, вот кто самый счастливый. Вот кому хорошо живется. Тимир,
Я хочу Сабиру поцеловать. Ты уж позволь, я потом смогу повсюду хвастаться, что целовал такую красавицу. О! Хорошо! Ай, да собак! А чабаны у нас, видите, как хорошо живут? Например, Муса пароход нанял, чтобы брата женить. Ты понимаешь, он похвалит кого хочешь, лишь бы дали ему брюхо набить. Дураки! Набил. Ведь у нас не было с тобой такой свадьбы. Не надо сейчас об этом. Мало ли что в жизни бывает. Я тоже хороший. Я тебя ни в чем не обвиняю. Я знаю, что сама была во всем виновата. Но зачем к этому возвращаться? По-моему, пора забыть. Фамилия? Акылова. Акылова. Кто у вас родился? Дочка. Как вы ее назовете? Анара. Акылова, это ваша фамилия? Отчество девочки? У вас есть муж? Какое отчество вы дадите девочке? Как хотите. Но мы так не можем. Вы должны дать отчество ребенку. Ну, как хотите. Когда родился ребенок? 26-го. 26-го. Не забыть труднее, чем тебе. Ведь... Сабира! Я так рада, что вы приехали. Тая, не стесняйся, подойди поближе. Поздравляю, желаю счастья. Поздравляю. Спасибо. Теперь мы будем видеться гораздо чаще. Я так счастлива, что мы переезжаем в город, а Тая будет учиться в политехническом. Ну что же, это прекрасно. Темир Байке, я был на одной из ваших последних выставок. Мне понравилось. Очень понравилось. Спасибо. А когда сестра вернется из Оша? Что такое? Какой Ош? Я уезжаю. Что поделаешь? Увидимся, когда она вернется из Оша. Надеюсь, ты скоро вернешься. Не знаю.
out again, no loss of repair. Oh, shall I change my love, for I find how to depart, and in my reason prove I can command my heart. But if she could pity my desire and my heart require, and ever shall she leave my delight. На ты! Хулиган! Иди сам худой! Эй, Самат! Бездельник, где ты? Возьми ребенка, Самат! Ай, да Муса, хороший тоже. Что я ему сделал? Да. Ничего, не надо. Нет, на него обращать внимание. Что я ему сделал? Что ты ему сделал? Да. Вот и как давай. Ну вот, кончилась свадьба, умолкла музыка. И слава богу. А почему слава богу? Я ж затворник. Не люблю больших сборищ. Сборищ? Но ведь речь идет о близких людях. Это слово здесь неуместно. Зачем тебе понадобился Ош? Раньше ты мне о нем ничего не говорил. Я тебе все объясню. Только не сейчас. Давай постоим. Вряд ли мы еще здесь когда-нибудь с тобой будем вместе. Жаль расставаться со всем этим. Тимир, скажи. Скажи правду. Ты меня уже тогда не любил. Зачем ты себя мучаешь? То было прошлое. Надо думать о будущем. Будущего у нас нет. Я виновата перед тобой. Ты на мне женился ради ребенка. И теперь мы оба несчастны. Не говори так. В жизни все непросто. Не забывай, что мы прожили вместе много лет. Это чего-то стоит. Ваши мне предлагают работу. Квартиру дадут. Попробуем пожить врозь. Может, так будет лучше? Кому лучше? Тебе, мне и Леонаре? Нам всем. Вот вы где спрятались, влюбленная парочка. На, выпей за здоровье жены. Надо идти. Анаре пора спать. Подожди, пойдем вместе. Сабира. А, пусть идет. Женщины только мешают. На, выпей.
Молодец. Вот что, старик, счастье наше, как та лодка без весел, к какому берегу отнесет, такая и будет судьба. Может, ты прав. А как же, конечно, прав. Эй, сама! Иди домой, пьяница несчастная! Ребят, ну что, кончили? Асан, Саша, давайте скорее. Так, все, я забираю, я все кончу. Давайте. Масло купил? Купил. Папа, ноги вытирай. Я же полы мою. Музыкой занималась? Да. Один этюд выучила, еще осталось два. Тогда иди умойся и садись заниматься. Я сам все закончу. Да? Междугородняя? Из Аша? Да, я слушаю. Да-да, Тимир. Здравствуй, Сабир, это ты? Слава Богу. Все в порядке. У нас все хорошо. Музыкой занимается. Ну, а ты как? Говори, говори, я слушаю тебя. Но мы это с тобой уже обсуждали. Поступай, как хочешь. Я уговаривать не могу. Анару? Сейчас. Хорошо. Алло, Тимир, послушай. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два. Раз, два. Три, четыре, раз, два, три, четыре, раз. Подожди, Анара. Ты видишь, здесь восьмая, а ты играешь четвертую. Ты неправильно играешь. Уйди, папа, я сама. Ты только мешаешь. Ну, хорошо, хорошо. Играй. Алло, Тимир, ты меня слышишь? Почему ты молчишь? Анара, Анарочка, алло. Кутманду кечиңиздер менен, кымбаттуу телекөрүүчүлөр. Добрый день, дорогие телезрители. Начинаем очередную передачу «Слава труду». Труд прославляет человека, делает его красивым и счастливым.
Если мы оглянемся на пройденный путь, то увидим, каких больших результатов добился советский человек. Большой вклад во всенародное дело внесли в нынешнем году труженики киргизских полей и ферм. Сегодня мы пригласили в студию для беседы прославленных тружеников нашей республики. Первый вопрос я хотела бы задать известному хлопкоробу Аля Анарову. Уважаемый Аля Ака, что бы вы хотели пожелать нашей молодежи? Чтобы она прилежно училась и хорошо трудилась. А лучшие были удостоены высокого звания героев социалистического труда. Спасибо. Теперь вопрос к вам, уважаемая Татьяна Апа. Скажите, пожалуйста, считаете ли вы себя счастливой? Когда все хорошо и работа спорится, то чувствуешь себя счастливой. А когда что-нибудь у тебя не получается, то и настроение портится. Но мы должны знать, что наша родная партия и правительство делают все, чтобы человек в нашей стране был счастлив. Спасибо. Товарищ Машарипов, поделитесь с нами секретами ваших высоких достижений. Начинать? Пожалуйста. В прошлом году наша молодежная бригада выращивала хлопчатник на 105 гектарах. Мы обещали получить 19 центнеров с гектара, а собрали по 31,5. Это хороший результат. Но я уверен, что в завершающем году 9-й пятилетки мы добьемся более высоких результатов. Великий Октябрь открыл широкие возможности для расцвета подлинного таланта человека-созидателя. Мы гордимся людьми, которые только что выступали перед вами. Дорогие гости, от имени телезрителей разрешите вам пожелать доброго здоровья и дальнейших успехов в работе. Слава труду и людям труда! Анара! Анара! Твоя мама по телевизору выступает! Иди домой! Папа! Папа, она уже приехала. Позвони ей, скажи, чтобы она шла домой. Ну-ка, включи телевизор. Передача не из Фрунзе, а из Аша. А Ош находится далеко. Папа, ну когда же она приедет? Вот когда кончится командировка, тогда и приедет. А сейчас, по вашим многочисленным просьбам, мы передадим отрывок из эпоса «Манас» в исполнении великого сказителя Саякбая Каралаева. Саякбай Каралаев – последний монащи из плеяды великих творцов устной поэзии. Мы называем его почтительно Саке. 600 000 поэтических... Папа, я боюсь этого дедушка! А ты не бойся. Не бойся. Это добрый дедушка. 6 месяцев непрерывного чтения. 600 000 строк. Это в 3 раза превышает объем индийской Махабхараты, а Илиады... Успокойся, Нарчика. 16 раз. Не надо. Будет долог этот рассказ. Будет с озером сходен рассказ. Будет наш полноводен рассказ. Будет наш безбрежен рассказ. С бесконечным смежен рассказ. Не надо, не плачь.
Саке был свидетелем 16-го года, и потому в его глазах появляются слезы, когда он рассказывает о трагическом возвращении одинокого Манаса, оплакивающего погибших в походе друзей и воинов. Плач со мною навзрыд, Аяш, Аккула мой убит, Аяш, я последний бедняк, Аяш, пал в бою мой чубак, Аяш, храбрый львенок затих, Аяш, нет сыргака в живых, Аяш, был грозою мой клич, Аяш, но несчастье пришло, Аяш, и сломал я крыло, Аяш, и сломал я хребет, Аяш, умер наш Алмамбет, Аяш. И тогда говорит Манас, наступил мой последний час, а моих батыров ты, шесть погибших арстанов друзей, помяни их с любовью ты, о страдалица Кадыкей, к моему изголовью ты, шесть приставь священных мечей. Он привстал и в последний раз вспыхнул взор его и погас. Шесть ночей не всходила луна, Каныкей Манаса жена проливала слезы свои, вырывала косы свои. Папа, можно потише? Ты что, боишься? Да. Странно. Ты же всегда любила быструю езду. Правда, сегодня хорошая погода? Да. А давай в следующее воскресенье поедем снова за город? А мама приедет в воскресенье? Не знаю. Я должен поговорить с ней по телефону. Держись! Сейчас догоню!
Что, красиво? Да, папа, красиво. Хорошие дни стоят. Земля отдыхает. Теперь поспи до весны. Я помню эту музыку. Помнишь, мы вместе с мамой гуляли в парке? Помню. Смотри, папа, смотри! Ты у меня умница растешь. Ну вот, теперь все хорошо. А то молчишь и молчишь. Я уже подумал, что ты на меня обиделась. Ну что ты, папочка? Анара, подожди, ты куда? Мне на дерево залезть хочется. Это потом. Нам нужно с тобой поговорить. Ну, папа, миленький, подожди немножко. Я скоро приду, ладно? Ладно. Thank you.
Андре, а я его все равно нашла. Смотри, папа, оно горит как фонарик. Я увидела его и сразу подумала, это самый последний, самый вкусный и пахнет как солнце. Анара, это яблоко к счастью. Ты представляешь? Оно тебя целое лето ждало. Оно потому так далеко и спряталось, чтобы никто его не нашел. А ты все-таки его нашла. И вот кто его съест первым, тот будет очень счастливым. Ребята, я нашел яблоко. Смотрите, смотрите, какое яблоко. Последнее в этом году. Я его ни за что не съем. Я его подарю. Дай мне. Я сейчас. Ты что, взбесился из-за какого-то гнилого яблока? Темир, Темир, ну как тебе не стыдно, он ведь пошутил. Ребят, давайте поехали, хватит уже. Автобус-то ждет. Давай, вставай, поехали. Пойди назад. Сейчас. Давай, пусти. Ну, садись. Тоже мне герой. Я принес вам яблоко. Какое красивое. Откуда оно у вас? Я нашел его в старом саду. И сразу подумал о вас. Обо мне? Да. Я всегда вспоминаю вас, когда вижу что-нибудь особенное, красивое. Неужели вы все время думаете обо мне? Да. Все, что есть в жизни прекрасного, я бы хотел отдать только вам. Почему? Потому что я люблю вас. Девушка. Девушка. Вы меня? Да, вас. Я принес вам яблоко. Какое яблоко? Вот, возьмите. Это на счастье. Какое чудесное. Я вам очень благодарна. Но почему мне? Потому что у меня нет никого другого. Понимаете? Я вас знаю давно. И все время думаю о вас. И днем, и ночью, и даже во сне. Я всегда вспоминаю о вас, когда вижу что-нибудь особенное, красивое. Как это... Спасибо. До свидания. Почем
чем ты все время думаешь? О твоем яблоке. О яблоке? Да. А ты хоть раз в жизни нашел такое яблоко? Нет, мне ни разу не повезло. Хоть я и искал. Анара, а почему ты не съела свое яблоко? Я маме оставила. Папа, хочешь скажем маме, что мы вместе нашли это яблоко? Ну что ж, попробуем.